31-летняя Оксана Самойлова приходит в себя после сделанного в Майами 4-го кесарево сечения. Супруга 34-летнего Джигана призналась, что чувствует себя прекрасно. Мама 4 детей отметила, что в Москве на 5-й день после кесарева она бы по-прежнему находилась в клинике. Брюнетка поражена своим состоянием. «Не понимаю, почему я могу ходить и почему мне не больно, где эти страшные послеоперационные муки, когда даже дышать ад и не дай бог чихнуть или кашлянуть», недоумевает Оксана. Она призналась, что ее состояние удивило даже врача. «Может, просто организм уже адаптировался, а может, климат или общее состояние», предположила Самойлова. Она назвала 4-е кесарево самым легким. Супруга рэпера рожала в элитной клинике Майами в Memorial Regional Hospital. Стоимость родов составила около 1 000 000 рублей. Инстадива похвасталась и своей фигурой. Все семейство отправилось на крупную гулянку. Звездная мама утверждает, что уже почти пришла в форму после рождения сына. Дочери Оксаны Самойлова и Джигана пообщались с малышом. Новорожденный брат утомил младшую дочь супругов. Регина Тодоренко восхитила модель, которая решилась на 4-го ребенка.